Так, мы приехали. Сейчас начнется у нас подъем. Посмотрите на все эти лица, довольные сперва, улыбающиеся. Да. Сил полно. И посмотрим, когда поднимемся, у кого какие лица будут. Это довольные лица будут буквально на 100 метров дальше. Да? Дальше 100 метров это будет уже... Зачем этот Гансуталь нужен? Кто выбрал этот тур? Так и бывает. Нет, ну говорят, туда поднимешься, этого стоит. Это того стоит. Да. Ну, всю дорогу будет фраза «Это того стоит». Да, да. Горная речка. Того из песни. Дорога закрыта, на автомобиле не проедешь, только пешком. Я не знал, что здесь есть Анька. 14.43? Да, 14.43? Да, понимаете, ночное восхождение на Гансуталь. Ага. Будем бить рекорды, рекорд с моими туристами, 1:15. Так. Побьем этот рекорд? Не знаю. Постараемся. Постараемся. Полностью, да. Сокращаем дорогу, идем по козьим тропам, уже улыбка потихонечку у группы пропадает на лице, только 100 метров, да, уже привал. Где улыбки, где? Ну вот я говорю, уже улыбок нету. Юра улыбается через всю. Да. Внимание, да? Ты это сделаешь. Все. Ура, да. Как ощущение у вас? Ну, вообще не просто. Праздничное? У тебя как ощущение? У нас ощущение, что какие-то ощущения, вот честно говоря. Да. Поднимаемся? Поднимаемся, да. Не беремся, достаточно раз, и поднимаемся будем. Да? Видишь, как тебе повезло? Хочу отдельный репортаж про Камиля. Гид Киви Камиль. Доставит вас куда угодно. Да. По козьим тропам. Красота. Ау, чох. Да, мы там вот были. Чох. Пешком пришли. Пешком, да. Пешком пришли. Далеко еще идти? Еще два раза постольку. Еще два раза? Сколько килограмм сбросили хоть, а? Мы не считали. Не считали? А вам понравилось там? Понравилось. Круто? Пожалуйста, 3 туда. А, еще 3. А, не знаю. Как 3 было 2800? Было 2800, откуда 3 взялось? Нет, походу, дорогу, дорогу достраивают, что ли, я не понял? Да, да. Сделали очередной привал. О, по деревьям. Ты худой. Вон еще заброшено все. 1380. Вперед?
Вон впереди еще заброшенное село. Пошли. Вон уже, видать, домики. Осталось буквально чуть-чуть. Здесь родниковая вода, да? Еще чуть осталось. За сколько дошли? Час 15, мы повторили рекорд. А точнее, мы здесь уже были в час. Ура! Тут были в час 14. За нами, да. Да, минута была фора, не считая того, что мы там ждали еще 2 минуты. Да, да. Так что мы побили этот рекорд. Мы побили. Мы быстрее всех дошли. Самая быстрая команда. Давайте похлопаем. Ура! Браво! В 2015 году последний житель, да? Да. Последний житель покинул, умер в этом селе. А чем же он здесь питался? То есть как? Об этом всем я чуть позже расскажу. Ага. Когда все поднимутся. Все, поднимутся, окей. Отлично. Вот на лошадке поднимаются. Стоимость штука человека. Основная масса людей когда примерно покинула аул? В начале 2000-х, в конце 2000-х. Пойдете в Нарнию? В Нарнию? 90-е, 80-е. А из-за чего покинули? Трудно доступность. А, молодежь, наверное, уезжали отсюда, да? Да, да. Именно молодежь спускалась в части района и оставались в больших городах. Угу. Спасибо. Спасибо. Значит, прямо с ним. Офигеть! Офигеть! Хе-хей! Люди, вы откуда? Офигеть! Мы это сделали, да. Этого стоит, ребята. Будьте в Дагестане, берите эту экскурсию, не пожалейте, придите в этот аул. Посмотрите, какая красота. Да. Ну-ка, давайте ваши эмоции. Да, эмоции. Эмоции ваши. Да, ради этого я подниму. Короче, шикарный. Даже слов нету, да? Да, да, да. Что-то у меня яйки сжимаются. Да? Аккуратненько. Не, конечно, вообще супер. Все, отдыхай, дыши. Потом мы спустимся, погуляем потом. Да, 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 я постою, хочу. Так, ну круто теперь, да? Так, начинаем спускаться потихонечку. Сейчас подойдем к самому аулу. Там еще походим, посмотрим дом последнего жителя. Да, это стоит. Отличные виды, красота.
вот один из домиков. Конечно, все взросло уже. Да. Аул Призрак. Удивительное место. А я на айфон только фоткаюсь. Сейчас мы куда направляемся? А, дом последнего жителя. О-о-о. Пробудились. Там этот чужой дом же. Нас позвали. Позвали, да? Чай вот налили вам. Да, и кофе да? было. Тетя Маржанат! Маржанат. А, и она же ушла вниз, спустилась. Нет, Маржанат нет, что-то 5 живет. Смотрите, ребята, камень, и вокруг камня кирпичная кладка. Построили дом. Что там увидели? Нужно кашу готовить. А? Дом последнего жителя Гамсутля, он умер в 2015 году. Он здесь занимался пасеками, то есть разводил пчел, здесь у него остались пасеки, можно пройти посмотреть. Он угощал всех туристов медом, сладким медом, чаем. Если вы зайдете, вы увидите прекрасный вид на Чох, на горы Гунибского района. Ему, естественно, туристы приносили еду. Он спускался каждый день вниз, наверх, он работал в библиотеке. Как он себя называл? Я мэр Гамсутля, так он себя и называл, да. Жил один, ходил по улице, он радовался, что он один, то, что это его село, он мэр. Но так было не всегда, аул начали забрасывать уже к 80-90-х годах, уже ближе к концу 90-х годов. Так как труднодоступно, вы сами видите, тяжело подниматься, начали строить внизу новый Гамсутль, переезжали туда, многие молодежь переезжали вообще в город, уезжали, и аул начал забрасываться. И оставались старички, ну, естественно, что старички, они со временем умирают от болезни, от старости. И остался вот последний житель, он, по-моему, был ему 84, когда он умер. Но был период, когда он жил здесь с одной бабкой. Он и еще одна бабка. Помните, мы заходили в одну кафешку, там была девушка, которая продавала. Да. Так вот, это внучка той бабушки. Так вот, она тоже внучка здесь была, гостила у бабушки. И вот представьте, они были последние жители, и они не разговаривали между собой 10 лет. Просто вот... А почему? Просто представьте вот эту историю. Они не разговаривали, потому что чьи-то бараны зашли на их территорию. Вот представьте, кошмар. В таком маленьком Гамсутле, где живут миллион человек, кто-то зашел на чужую территорию. И они не поделили эту территорию. И вот, естественно, на этом скандал, как знаете, у царичков бывают свои причуды. Ну да. И вот из-за этого на этой почве они не разговаривают. Последние два жителя Гамсутля. 10 лет не разговаривают. Просто. Кошмар. Он жил здесь, она жила в начале села. Это вы сначала сказали, что они были соседи, а тут так было интригующе, он жил я с бабкой. Я думала, да, вы сказали, он жил с бабкой. А потом, когда они еще 10 лет не разговаривали. Одно другому это не мешает. Вы знаете, мы тоже дома часто молчим. Ну, в общем, можно зайти, посмотреть то, что осталось. А сколько было лет, когда? 84 или 86, если я не ошибаюсь. Ну, вообще-то не так уж я думала. А
О, это у него балкон такой, да, был? Да, камень. Они же вокруг скал тоже все это строили. Вот история. Что ты все приводишь? Все у нас хорошо. Конечно, хорошо. Уже давно все хорошо. Вот такая плита. Печка. А мы мешаем. А, вот это улей. Вот пасека. Удивительное место. Это аул Призрак. Буквально его 80-90 года покинули. Вот еще один заброшенный дом. Газета «Здоровье». 1984 год. 1986 год. Тряпки какие-то. Типа балкончик. Удивительно, да? Офигенное место, ребята. Конечно, здесь ходить, бродить, смотреть каждый дом, ну, я думаю, не имеет смысла. Но если хотите, можете по всем домам пройтись. Ну, аул большой. То есть надо основные места какие-то посетить. Мы поднялись на второй этаж, на балкончик. Зачем вы здесь, конечно, пишут, вот, 11.08.2017, для чего? И мы его успокаиваем, помогаем сейчас идти, и мы дальше сами проходим. Идем на вторую смотровую. В той стороне находится. Таня. Чего? Скучаться будешь? Ну, тот раз же это. Вот вандал, да. Зачем такое сделали? Что хотели этим сказать? Да, это сплошь и рядом. Это не только здесь. Прям современно архитектура учишься так. Да, 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 да. Ух ты! Так, воду пока оставлю здесь. Не стал я подниматься туда на вторую площадку, потому что ветер там сильный, я в футболке, уже что-то подмерз. В принципе, все увидели, данный аул. Ну да, интересное место. Сейчас мы уже будем спускаться вниз. Начали мы спускаться.
Если поднимали сейчас 15, ну, где-то около часа будем спускаться. Дорогу вы видели на подъем, на спуск снимать не буду. Встретимся внизу. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, скажите, откуда вы? Юрий, Ирина, мы из Карелии. Из Карелии. Приехали на экскурсию на какую? Мы с Этнотур Кавказ поехали на экскурсию в город Чох и Гамсутль. Как вам экскурсия? Очень понравилось. Очень понравилось. Вот, достойно, все достойно. Мы сделали это самое главное. Мы прошли этот путь. Я скажу более, если бы с нами не было наших гидов Олега и Камиля, мы бы, наверное, этого не сделали. Потому что оптимистическая, жизнерадостная поддержка. Песни, танцы, песни, да. Игры. И все это на высоте 1700 метров. Это дорого стоит. Да, энергия, которой они нас зарядили, помогла нам добраться туда наверх. Будете рекомендовать данную компанию? Обязательно. Однозначно. Обязательно. Лайк ставим? Ставим. Не один. Ладно, спасибо большое. Всего доброго. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, скажите, откуда вы? Вячеслав, Татьяна. Мы с Кавказа Западного. Западный Кавказ, а город? Город Невинномысск, Ставропольский край. Ставропольский. Как вам экскурсия? Очень понравилось. Отличная турфирма. Мы еще приедем неоднократно. Нас... Здесь недалеко. У нас только началось. Но у нас только началось. Да. Но мы еще приедем все равно. У нас 5 еще. Так что Дагестан, как наш гид сказал, Дагестан — это страна гор. А горы — горы — это красота. Горы — это чистый воздух. Горы — чистая вода. Горы — это спорт, горы — это здоровье. Люди, здоровье. Сидите дома. Да. Как вам гиды? Как вам Олег Камиль? Замечательно, веселые, энергичные. Понравилось, нравится, вообще молодцы. Будете советовать? Конечно, конечно. Будете, да? Да. Ну, я думаю, что мы еще сюда вернемся. Вернетесь, да? Конечно. Здесь недалеко мы приедем. Ладно, спасибо. Лайк ставим им? Обязательно. Спасибо. Ребята, все, я доехал до отеля. Время 11 часов вечера. Сейчас я беру кофе. Взял латте, большой стаканчик. Приду в номер, попью кофе, принимаю душ, освобождаю все флешки и ложусь спать. Очень сильно устал. Всем советую данную экскурсию. Обязательно съездите. Номер Этномира, вот видите, снизу. Так что звоните, заказывайте. Очень понравилась экскурсия, всем советую. Но имейте в виду, что экскурсия — это одна из тяжелых, но этого того стоит. Поэтому, когда будете подниматься в гору, не нойте, знайте, что когда подниметесь, оттуда откроется вообще обалденный вид. Гиды Олег и Камиль, молодцы. Очень было весело. Спасибо за лезгинку, то, что станцевали. Классно попели песни. В общем, все замечательно. Имейте в виду, экскурсия долгая. Полседьмого вы выезжаете из Махачкалы и возвращаетесь. Но где-то 10:30 вы уже будете возвращаться. Завтрак, обед включен. На этом все. Увидимся до завтра. Всем пока. Ставим лайки, не забываем подписываться и нажимаем колокольчик. Все, пока-пока.